Всем привет, вы на канале Папа Может, и сегодня мы отдыхаем в поселке Кучугуры. Остановились мы вот в таком вот номере. Обошелся он нам 1000 рублей. Ну, самое необходимое, здесь есть шкаф, 4 кровати одноместных, 4-местный номер, сплит-система, гладильная доска, утюг. Две прикроватные тумбочки. Все удобства на улице. Сейчас покажу. Душ летний. Раковина. И рядом туалет. И также кухня. Кухня тоже общая, идет на 2 номера. Такая вот небольшая кухонька. Ну, это номер эконом-класса. Ну, нам что тут, одну ночь переночевать, и все хорошо. За участком там небольшая поляна, можно мясо пожарить. Ну, пойдем отдыхать. Вот такая вот овощная лавка. И вот такие тут цены. Яблочки 50 рублей. Помидоры. Нектарины 100 рублей. Персики. Вот 60, такие вот. 70, 80. Вот такие вот 70. Так этих тоже? Вот таких вот, вот такие по 60. Нам, значит, вот этих полкило и за 80 полкило. Я уже вам почти килограмм. Ну, ничего страшного, да. Слива 60 рублей. О, кукурузки нам еще можно 3 штучки. Дынька 40, арбузы. А это которые желтые внутри, да, арбузы? Вот да. Эти. Вот шампань. 30 рублей шампань. И обычно арбузы по 20. Вот мы зашли вот в такую вот столовую. Все чистенько, аккуратненько. Сейчас покажу обзор цен. Вот такая интересная сувенирная лавка. Вот такие вот сувениры по 40 рублей. Халва. Вот такие вот сладости 300 рублей. Халва. Пастила 50 рублей. Для сравнения, вот такая большая, мы себе вот 4 штучки отобрали. Идем дальше гулять.
Хорошо, начала сама мажется. Мама разрекламировала. Реклама. Аккуратнее, тут узенько дальше, так что можно застрять. Тяжело, они трусы
не слышно, грязь попала. Довольно неприятно ходить, грязь высыхает и ходишь как довольно больно наступать. Но деваться некуда, надо мыться идти. Думаю, это место Клондайк для любителей поделок. Вот так таких ракушек. Лежат, забирай сколько хочешь. Пойдем окупаться. Обратить внимание, от этих американских горок, спусков, небольшие царапины на животе остаются. Так что имейте в виду, кто побывает в Кучугурах, что стоит ли это делать. На этом наша поездка подошла к концу. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске.